А в смысле, царит атмосфера хороших триггеров и прекрасных мурашек. У тебя есть лайки. Лайки есть у тебя. Полные кармашки, полные кармашки лайков. Это же прекрасно, это замечательно, это просто волшебно, восхитительно. Да, давай их скорее сюда. Давай их скорее сюда, я подержу их потом. Потом тебе отдам. Нет, не хочешь пока? Ладно, хорошо, не страшно. Я уверен, что ты скоро все равно отдашь нам все свои лайки, потому что у нас есть. Посмотри-ка, что мы украли. В смысле, я хотел сказать, что нам дали в лаборатории мурашек.
занимаешься самомурашением. Да кому ты рассказываешь, что ты чешешь мне? Ты себя видела? Да ты стопроцентно занимаешься самомурашением, я знаю. Поэтому бери вот эту трубку, это вообще вагон мурашек у тебя будет, смотри. Вот. Давай еще немножко так.
хочешь, у меня еще тут палец есть. От предыдущего клиента осталось. Да шучу я, что-то. Он светящийся был. Его выбросили из магазина мурашек. Ему подобрали и практически починили. Только он работает, но не светится. Теперь понимаешь. Вот, то есть, ну, я не знаю, зачем тогда такой нужен. Конечно, можно в носу ковыряться, знаешь, если ты любишь. Вот, а поковырялся, снял, помыл, все, и нормально. Вот. Не знаю, можно там, например, что еще, там вот кнопку в лифте нажимать пальцем, хорошо, поддельный палец, знаешь, или отпечатки пальцев, смотри, здесь вот, видишь, отпечаточек хороший, там можно там прикладывать к смартфону, например, вот, да. Ну вот, потом снял, и все, понимаешь, уже все, никто твой смартфон не разблокирует, а? Круто же, да. Ладно, 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 сейчас, подожди, сейчас что-нибудь еще тебе надыбаем, что у нас тут есть еще такого, блин, интересного, мусор какой-то валяется. Убирать, что ли. Так, сейчас, подожди, сейчас с этой стороны еще посмотрим, что у меня есть тут. Что есть тут? Что? Ну, что реально, что есть-то? Ничего нету больше, блин. Вон, какой-то ус отклеенный валяется. Вот, смотри. Клевый триггер. Можно вот так вот делать. Вот так, смотри, слушай, слушай. Вообще обалденно. Вот, походу, к нам какой-то да Винчи заходил ночью. Смотри, какой ус потерял. Вот. Вообще красота. А можно, конечно, приклеить. Можно как усик сделать такой, понимаешь? А можно как монобровь. Вот монобровь, давай тебе примерим. О, мне кажется, тебе подойдет вообще монобровь хорошая. Давай пригладим тебе, пригладим твою монобровь чуть сюда. Немного сюда, ага, вот прям вообще хорошо. Вот так вот. А, все, видишь, какой с монобровью. Смотри. Давай, короче, у тебя там сколько осталось? 295 лайков. Давай за 295. Как и договаривались, эти штуку продам, а? Ты в большом плюсе будешь, эти люсь. Останешь у там возле магазин мурашек и будешь по 5 лайков за раз людей мурашить. Обалденная штука же. Ну так это самое. Давай 295, все твои лайки, а я тебе эту штуку. Не можешь все лайки, а чё так? А сколько можешь? 294. А чё, у тебя типа лайк останется? А зачем тебе лайк один? Чё, ASMR-боксу поставишь? Не, ну, это, конечно, давай, давай, давай. Ладно, согласен, 294 тогда. Так, 294, держи. Упаковывать, извини, не буду, у меня газеты закончились, поэтому все, давай. Спасибо тебе, что пришел. Завтра не приходи, потому что завтра нас здесь, в принципе, уже не будет, естественно. Мы там, как бы, это самое, там, по городам, понимаешь, по разным городам, по селам, там, приезжаем, раскладываемся, так что это сам. Все, гарантия, конечно, 100 лет гарантии тебе даю на все триггеры вообще. Ну, до свидания, спасибо за лайки, молодец. Всем пока-пока. Пока.